что мы его не слышим. Бах. Как оно отключается? А, это... Виспер. Кто это нашел? Это же наш пер был. Знаю, еще один, блядь. Я думал, адекватный парень, блядь. Сори, нет. Наш пер пришел поставить, да? Он даун вообще был. Он в курсе, что он проебал? Может, я пароль поменяю? Я только не знаю, какой. Давай, теперь не будет пароль. Рассказал, да. Да, сейчас. Это точно что? Да? Да, обиделся, что фитнули его. Все, я все понял. Не, я пароль просто поменял. Сейчас, подожди, меня жевка разворачивает. Не, серьезно, ты до сих пор думаешь, что это смешно? Да. Ладно, на скрим зайти, но люди играют офи, люди сосредоточены. Ты как придурок врываешься и врубаешь какое-то говно. Ну, теперь я... Не, он зашквар убил. Марис пишет, что это не снайпер, типа кто-то под снайпером просто написал. Отжимайте балл. Нахте. Короче, я не знаю, кто это, но это какой-то явно неадекват. Видимо, у нас проблема. Срываю хайп на спаме. Я понимаю. Да. Ну, видимо, парень не шарит в кабинете, да? А, ты жалко. Надо было... Нет, парень не шарит в руке. Я знаю, кто это. Ладно, строим. Это было прикольно. Блять, какой же нулевой чистый с этой музыкой, я не могу нахуй. Горит? Блять, в жизни, наверное, у меня просто ничего нету, блять, он заходит сюда повеселиться, нахуй, ты будешь, блять, блять, ёбнутая собака, блять. Они не пишут, не знаю. У меня горит, я просто власти раз пять подряд ходил и сразу же убирал. Вот. Нет, ты понимаешь, у нас, когда этот музон сыграл, мы все, что-то, что происходит, мы как бы собраться толком не смогли, скоординировать действия, как-то. Ну, мы просто первый бой. На ровном месте, когда у нас был выбор. Опа. Почему перепонцы-то далеко?